Ай, Шерчик, Шерчик. 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 Ходи сюда. Ети, ети. Ети. Фу. Так. Это Иза. Яны могли вообще не жить. Их, им был присуд такой. Та собака, которая вырастила их. Их терьер у нас невеличкий был, была Сильва. И она могла и в вольер зайти, и могла их как бы не боясь до их подходить. О, бачите? Олесь, руки. Ну, как бачите, все чудовно. Это самые деликатные живёли. И их выпускали на прогулку. Вот там где-нибудь идешь, и они тебе зауважат, из горы несутся, этих четверо, для того, как выказать тебе свое счастье. И вытримать весь всплеск их этих ширых эмоций, это было тяжко. Ну тогда треба их просто вот так валить на землю. Ляж, ляж, вот так вот. Положить его треба на землю. И вот можете себе уявить, что и вы это его... С таким оскалом, и он так само до ласки вельми охочий. Вот так вот. Глянь ты. Ну и ты думаешь, что мы повинны все жить счастливыми, да? И для этого так нам много дадено в этом житии. Треба это просто все зауважить. Ой, 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 и ты тут. Что дотычить этих шерых драпежников, которых, на которых столько... повешены у всяких плеток и баек. Нас яны уже переконали в своей отданности и удячности. Треба верить не только волкам, а людям треба верить. По жизни были такие ситуации, когда меня пытались переконать, что нема соправданного сябровства, нема соправданных относин у семьях. Вот. Ну, треба быть трошку разумнейшим, не все казать мужу, не все казать... близким, ось, неде вы кого-то выкористовывать, ну, певно, як волку, вот за этому, не глядяши на его моц, закладена, вот эта вот щирость у относенных, якая закладена на этом маленьком узросте шинячем, и он удячный за то, что его выховали. Житё дало магчимость переконаться, что можно дочекаться тых относен, тых людей, у яких ты веришь.